Мы находимся на 6-м молодежном форуме «Про жизнь». И сегодня в нашем пресс-холле гости глава Березовского района Владимир Фомин, идейный вдохновитель форума и его постоянный эксперт, и глава городского поселения Грим Тамара Грудо, которая гостеприимно приняла в гости всех наших участников. Здравствуйте, Владимир Иванович, Тамара Александровна. Доброй ночи. Расскажите, пожалуйста, как прошел ваш сегодняшний форумный день? Физически мы минимальное количество принимали участие, приветствовали сегодня участников форума. Вот, и абсолютно консолидированно приняли решение на завершающей части лекции или на беседе Ильи Верховского принять участие. И у нас еще будет продолжение вечернее общение с молодежью. Здорово, Тамара Александровна. У вас какие впечатления? Ну, во-первых, я вчера была на открытии, вот, и мне очень нравится тема, она действительно очень актуальная. Действительно хочется, чтобы после форума наступило такое мощное взаимодействие между молодежью, ну, я буду все-таки об Игриме говорить, да, и нашей администрацией, всеми нашими отделами, потому что, ну, просто большая надежда на молодежь. Потому что сегодня молодежь и все общественные движения, которые сегодня есть, они очень актуальны. Хочется, чтобы они научились делать проекты. Не только вот прекрасно, конечно, костер, все эти мероприятия, но хочется, чтобы были реальные проекты, которые можно было внедрить сегодня в Игриме и улучшить жизнь ребят, молодежи, детей. Мы вот сегодня с Владимиром Ивановичем шли по улице Ленина. И вообще, вот мне прям очень понравилось. Двое ребят, я не знаю, лет 12, наверное, 13, они катались на велосипедах. Они проехали мимо нас, потом вернулись и спрашивают: вы Грудо Тамара Александровна? Ну, отчество сначала попутали, потом подправились, да. И говорят: вы знаете, что у нас вот многие на роликах катаются и все прочее. Вы не думали здесь такую площадь сделать для катания на роликах? А мы действительно об этом думали, потому что мы только занимались буквально в Березово целый день планировкой нашей территории Игрима. И у нас есть там такая площадка. Вот я говорю: да, мы думаем. А когда? Спрашивают они. Я говорю: ну, на будущий год не обещаю, но через 2 года будет. Я говорю: ну, через 2 года будет. Вот видите, это вот какой возраст, им уже интересно, что будет, будет ли то, чем, что им интересно. За время своего существования форум уже сменил несколько площадок, и в Игриме он у нас проходит в первый раз. Скажите, пожалуйста, чем же формат проведения нынешнего форума, на ваш взгляд, отличается от прошедших? Я бы хотел сказать, наверное, про новшество вот форума сегодняшнего. Вы уже отметили, что Игрим первый раз принимает молодежь Березовского района. Сложно принималась тематика, то есть мы на одном из форумов строили, на другом форуме мы генерировали проекты. Пятый прошлый юбилейный форум, он был приурочен к юбилейной дате столицы Березовского района, поселка Березово. Были уникальные гости, были иностранцы, были представители депутатского корпуса Тюмени, Югры, разных партий. То есть я считаю это правильно, разные политические взгляды. Ну, была очень дружественная, теплая обстановка, но скажу, мое основное замечание, не было выхода продукта. Да, было интересно, да, было замечательно, музыкально, тусовочно, подводя итог. Руками потрогать было мало чего. Сегодняшние дни, которые, ну, первая установка, мы все-таки сменили, частично сменили лидеров. У нас совершенно появились новые модераторы, которые вот я наблюдаю, смотрю, они гармонично вписались, профессионально выполняют свою роль, их воспринимает молодежь. Вот. Самое, наверное, основное, мы ставили перед собой задачу, чтобы все-таки каждое поселение было молодежью представлено в Игриме.
Второе. У нас обновился состав полиции. То есть конкурентность была, было все открыто, прозрачно. Ну, мы видим сегодня в зале совершенно новые лица, и это тоже правильно, потому что ожидания появляются от новых ребят, и они заряжаются энергией, которая вот за эти дни здесь вот, она просто саккумулирована, на мой взгляд. Тамара Александровна, ну, Игримский политехнический колледж уже не в первый раз принимает такие крупные районные мероприятия. Расскажите, как коллектив колледжа справился с подготовкой к форуму? Когда еще организаторы приезжали, и мы обговаривали об этом форуме, вот мое личное пожелание было, потому что, ну, вот, наверное, все-таки я человек-практик, мне нужен всегда вот результат, проект, практика ориентированная абсолютно. И поэтому состав даже, я вот смотрю здесь, игримчане, это все выпускники, много выпускников колледжа, причем это лучшие выпускники, которые с отличием закончили, которые в студсовете были, понимаете? То есть они активны, их видно прямо. Спортсоюз ребята тоже, которые практически все колледж закончили, да, или вот там лидер работает в колледже. То есть это вот просто ориентированные ребята сегодня участвуют в этих проектах. И они уже начинают их писать и понимают, что это надо. Поэтому вот я поддерживаю Владимира Ивановича в том, что вот, наверное, отличие вот этого форума, мы ждем от него, что какие-то изменения произойдут, и все эти группы поучаствуют вот в тех конкурсах, которые сейчас объявлены на грант губернатора, по крайней мере, сейчас, да, он работает. Может, не все успеют зарегистрироваться как общественная организация, но, по крайней мере, они поймут, что это надо. Владимир Иванович, Тамара Александровна, предлагаю немножечко помечтать, заглянуть в будущее. Вот как вы считаете, вот форум про жизнь лет через 5-10, каким бы вы его увидели? Во-первых, мне кажется, Игрим изменится сам, потому что вот активная молодежь, она будет заниматься этими проектами, будет развивать этот Игрим. Потому что потенциал всегда у Игрима, вот интеллектуальный потенциал был достаточно высокий. И глядя вот на молодежь, на школьников, на ребят колледжа, уж сколько я тут все-таки много проработала, вот правильно направить, правильно организовать и самим приоритеты выбрать по развитию, и они будут помощники. Вот как у нас есть уже вот группа ребят, это вот, ну, просто помощники очень мощные. Они уже сами организовывают все. И такое вот развитие идет, что уже там говорят, давайте вот такой клуб сделаем, давайте вот это. И к ним, с ними объединяются взрослые люди, которые участвуют в этих мероприятиях. Целые семьи. И они уже очень интересные проекты предлагают. Вот. Поэтому я вижу, что благодаря вот такому форуму, который не последний, наверное, в Игриме, мы увидим возрождение Игрима. Тамара Александровна у нас хочет видеть форум снова на территории Игрима. Владимир Иванович, как вы считаете, где же будет проходить он? Главное, чтобы он был на территории Березовского района. Он должен иметь движение. Вот, а в отношении 5-10 лет, заглядывая вперед, скажу, что то, что радует сейчас, вот, если даже вот эти 5 или 6 лет назад вот, мне трудно было представить, как этот форум состоится без меня, как руководителя, как инициатора его. Но сейчас я абсолютно уверен, что я не особо необходим. Вот, потому что уже сформировалась группа молодых ребят. Вот, кто-то уже не так молод, уже перешагнул рубеж там, 35, ближе к 40 годам. Но они все-таки впитали эту энергию, получили опыт, и эта готовность и желание, это очень важно, реализовывать его дальше самостоятельно. Одна из самых главных, наверное, целей форума – это консолидация вот молодого сообщества Березовского района, вот, консолидация в разных ипостасях – любви к своей малой родине, любви к Игриму, к Сан-Паулю, к Березово, то есть вот ко всем населенным пунктам, где молодой человек родился. И для меня очень важно, чтобы ребята имели
не просто желание, а еще и возможность вернуться после получения образования, либо получив образование и где-то начав метаться вот в разных направлениях своей будущей жизни, профессиональной деятельности, вот, чтобы вот площадка форума и вообще молодежного движения, движение молодой гвардии, оно помогало к возвращению к бережливому отношению к традициям той малой родины, откуда ты вышел. Хотелось бы спросить, что вот мы, молодежь, можем сделать для того, чтобы привлекать сюда еще наших ровесников, замечательных молодых специалистов, чтобы они приезжали все-таки в наш район, оставались здесь, создавали семьи, начинали работать. Вот что нужно сделать? В колледже практически, наверное, процентов 45 преподавательского состава – это выпускники колледжа. То есть это те, кто получили, было начальное профессиональное образование, там кто-то среднее профессиональное образование. Потом они заочно закончили вузы, и они работают сейчас социальными педагогами, психологами, преподавателями по той специальности, по которой выучились. И что еще ценно, что вот этот дух, в котором они воспитывались, развивались, вот он им понятен. И они вот вливаются очень быстро, потому что они знают вот те ценности, которые в этом учреждении приняты давно. У нас кодекс чести есть, принятый много лет назад. И ребята об этом знают. И поэтому вот у них нет проблем вливания в коллектив. И они же живут здесь, женятся, замуж выходят, детей рожают, и живут в Гриме. Никто и получили и в Москве образование там, и так далее. И большая часть их вернулась. И прекрасно здесь работают. И вот это очень ценно. Поэтому, мне кажется, если вот и в других вот учреждениях, даже если взять медицину, вот должны там чувствовать люди, что вот они нужны, вот молодежь, что она именно нужна вот здесь. Иногда вот этого не хватает. Не держат их, как бы. Не говорят вот о том, что они так ценны вот здесь. А это вот тоже очень важно. Скажу абсолютно уверенно, Тамара Александровна говорит это чуть ли не каждый день, не только говорит, а еще и доказывает. Вот. Про успешных березовских молодых ребят можно, возможно, очень долго рассказывать и про руководителей департаментов, он не один, руководителей банковской сферы успешных в других городах. Вот. Я назову небольшой пример. Молодой человек, ему неполных 30 лет, вот он работник одного из департаментов правительства. Вот, связался со мной и сказал, что вот я бы хотел бы работать в Березовском районе и вижу себя так-то. Разговариваю с его руководителем, вот знаю этого молодого человека, он говорит, я его не отдам. Я говорю, подожди, это его родина. То есть он свой вклад в развитие этой отрасли, которую вы возглавляете, уже внес. Вот. Нет у вас такого права, не позволить ему вернуться обратно. По отношению все-таки нашей молодежи, вот посмотрите, сколько, ну, просто, например, сколько должностей они занимают, причем разного. Народно избранные. Артеев Павел Владимирович, это практически глава, ну, глава Сарампаули, который стоял у истоков первого форума. И он был активным участником и организатором, и он возглавлял молодую гвардию. Этот период был, наверное, один из самых успешных в Березовском районе. Я могу долго. Ткаченко Михаил, он где-то здесь рядом. Он сейчас руководящая должность в муниципальном образовании. Я могу долго их перечислять, уроженец Грима так-то. Вот. Поэтому молодежь ждем. Если говорить про докторов, Тамара Александровна, доктора нам необходимы. И если просто на контрасте сравнивать уровень доходность доктора в городе Тюмень и в Березовском районе, неважно, будет то и Грим, или Березово, вот поверьте, она кратно выше. Социальные гарантии
Березовском районе, в Югре, в Автоматийском округе, гораздо выше, чем на юге Тюменской области. У нас на форуме работают три группы по разным темам. Получается, ребята у нас разделились на секцию спорт, образование, культура, инфраструктура и экономика. Вот если бы вы были участниками форума, предположим, да, станете на их место, в какую бы секцию вы пошли, в какой бы приняли участие? Какая ближе всего вам, прям к душе? Я? Во-первых, конечно, вот я хочу, вот, что послушать, так это проекты, которые будут, да? Во всех трех секциях мне интересно как. Сама бы я работала, конечно, мой интерес это касается культуры, образования, спорт. Вот очень интересно, потому что в Гриме у меня, ну, как бы не только у меня, у нас вообще много задумок с ребятами, с молодежью. Мне интересно, как они вот сейчас это в проект выпишут и сделают. Ну, просто, наверное, мне это ближе. Много лет этим занималась. Хотя вот экономика, мне интересно, что же они там за проекты такие придумают. Я уверенно скажу, экономика. Хотя со всем уважением вот к остальным двум группам. Вот почему экономика? Потому что просыпаешься, засыпаешь с мыслью о том, что необходимы точки роста в каждом поселке Березовского района. Вот. Необходима рыбопереработка, вот, необходимо, ну, максимально эффективная инвестиционная политика. Вот об этом думаешь вот буквально неделю-две как. Ну, вот, не суть важно, согласен я с этим нет, но вижу, что плюсов больше от этого. Решение правительства в диалоге с главами. Было принято решение о создании предприятия по рыбодобыче и рыбопереработке трех муниципалитетов Октябрьского, Березовского, Белоярского района с дислокацией центра переработки в городском поселении Березов. Вот. Руководитель проекта ваш покорный слуга, Фомин Владимир, вот, со-руководитель Маненков Сергей Петрович. Сергей Петрович с нашим соседом мы это обсуждали и уверенно приложим максимальные усилия, чтобы это было не только обозначение как приоритетный проект в Югре, но чтобы он имел реальную реализацию вот в ближайшей перспективе 2020-2021 год. Владимир Иванович, Тамара Александровна, завершая нашу беседу на такой позитивной ноте, я бы хотела спросить вас, что бы вы пожелали нашим участникам на ближайшие дни форума, которые им еще предстоят? Советы, пожелания мы уже озвучивали. Вот. Сегодня очень порадовали горящие глаза, заинтересованность, отсутствие какой-либо скуки. Видно, что ребятам интересно, и основное пожелание, чтобы этот интерес сохранился вот эти дни, и он не угасал, а только приумножался. Для чего это необходимо? Когда человек на взводе, когда он мобилизован, когда он позитивно заряжен, вот, соответственно, он максимально производителен в любых ипостасях. Интеллектуальных, творческих, генерирующих, то есть во всех. Вот, соответственно, мы вот увидим 24 числа результативную часть. Это вот первая составляющая, о которой говорили. И второе – это традиционный лозунг нашего молодежного форума, который принимал статус межмуниципального. У нас были наши соседи, не один муниципалитет. И сами ребята Березовского района решили, что в этом году он должен быть только локализован. Это не наше решение, не старше. Вот. Главный лозунг, чтобы они имели желание вернуться в следующем году на площадку форума, который не бюджетный традиционно, и считаю это абсолютно правильно, который поддерживает
региональное, местное отделение партии «Единая Россия», а инициатор – это вот молодежное движение «Молодая гвардия». Спасибо большое, Тамара Александровна. Ну, знаете, вот мне бы, конечно, хотелось, чтобы на этом форуме они вот еще такую вещь осознали, что они молодцы, я вижу, им хочется там сделать, но они должны понимать, что не бывает так, что вот они захотели, и так все хорошо пошло. Бывает разочарование определенное. Вот научить их переходить, переступать через эти разочарования и цели свои добиваться. То есть нужно обязательно психологическое такое сопровождение, потому что в этой жизни очень много трудностей при достижении цели. И вот чтобы не было разочарования, когда что-то не получилось, я немножко не знаю, в программе не видела, но такое психологическое сопровождение, оно вот все-таки, наверное, тоже должно быть. Потому что вот очень важно, чтобы они не разочаровались, чтобы они шли, не достигали своей цели. Чтобы они понимали, что можно прийти, посоветоваться, проговорить, идти там дальше. Жизнь, она такая вот, да? Правильно же говорю, черная, белая полоса. Переступать вот эту черную, не разочаровываясь, это вот очень важно. Вот я бы им этого пожелала. Да, надеюсь, действительно наши участники словят правильный настрой на оставшиеся дни, почувствуют свою нужность и важность, получат новые знания на замечательных интерактивных и других образовательных сессиях и применят их сразу же в деле ради блага своих поселений. Ну а с нами в студии были Владимир Фомин, глава Березовского района, и Тамара Грудо, глава городского поселения Игрим. Владимир Иванович, Тамара Александровна, спасибо вам огромное за вашу беседу. Желаем вам продуктивной работы на форуме.